Сегодня, товарищи, наиболее удобный день для начала занятий. В нем каждое упражнение мы объясняем подробно. Товарищи радиослушатели, если вы еще не начали заниматься утренней гимнастикой и имеете намерение начать это полезное дело, присоединяйтесь к нам сейчас же. Наши упражнения совсем не сложные. Вы их быстро усвоите. Занятие мышцы. Приготовьтесь. Встаньте на середину комнаты. Поставьте пятки вместе, носки врозь и выпрямитесь. Плечи слегка назад, голову повыше. Во время ходьбы движения руками делайте свободные, размашистые. Внимание, вдохните на месте шагом. Два, три, четыре. Прямее держитесь, не горбитесь. Колени повыше поднимайте. Вот так, хорошо. Продолжаем. Закончить. Они вышли на улицу, чтобы выразить протест против массовых увольнений. Сегодня уже объявили 24-летие. Говорят, пиво подешевеет. Какое, Толик? Всякое. Ты не слыхал? По случаю дня 14 июля президент Франции отмечает важное истинное сотрудничество между Советским Союзом. Картошку едешь. От группы ты, Куликов и Степан Егорович. Лады? Смотри, не подведи, я тебе отмечу. Здорово, Василий Захарович. Здорово. Спартак-то, Василий Захарович, а? А что Спартак? Ну-ка. Сожрались тунеядцы. Всех штанкуй, точка. Ого, в шахту, в класс. По 10 часов лопаты от гриба. Правильно. И никаких за границей. Хватит. Не-не, никаких. Торпеда ведь. Ну ты деньги сдавать будешь? Чего? Деньги сдавать будешь? Какие деньги? А Серебряков на пенсию провожает. А, дядь Пашу. Ага. Как масса? Масса.
Масса по 50 копеек. Ну, и я со всеми. Да? Чего мне взрываться? Ладно, правильно, я тебя помечу. Что-то ты, Виктор, разболтался. А чего? Работай давай, работай. Я работаю, Иван Петрович. План гони, потом договоришься. Я гоню, гоню. Видишь, сколько? Ладно, давай, давай. Даю, даю. Понимаем. Весь класс кончили. Общаешь, Иван Петрович. Ты карту отклонения смотрел? Обязательно. А что? Изменили. Вот это да. Это что значит? Все собак под хвост, да? Все брак, что ли? Ну, а я о чем говорю? Все брак. Ну, где бумага? Второй смене обещают. Работу засчитают. Маляры перевели. Чернышов, вот ты где. Сегодня после работы собрание. В субботу и собрание. Ну, говорили же. Ну, экстренное. Экстренное. У вас всегда экстренное. А когда меня в комсомол примут? Ну, Тарас, ты сначала устав прочитай, а потом о комсомоле говорить будем. Давай, ты только сиди, расскажи. Как и что? Я все время жду, когда ты придешь. Да зачем мне приходить-то? Как зачем? А ты что, не знаешь? Нет. Ну, надо же побеседовать о комсомоле. Надо же меня обхватить. Тамара, ты хочешь меня обхватить, а? Эх. В партком пойду жаловаться, да. Чего? Ты же не работаешь с людьми. Сколько раз прошу со мной побеседовать, ни разу не беседовал, Тамара. Ну, нечего на меня все сваливать. Захочешь, сам все прочитаешь. Олечка, я хочу. Я все время хочу. Ладно, иди. Приду я на собрание. Не думаешь о людях? Ну, я думаю, может начинать. Потише, потише. Силина ушла, у нее ребенок. У Бимченко мать больная. У нас тоже мать. Кончай орать, слышишь? Серьезнее. О, и этого поймали. Чернышов, что где можно ждать? Что, сходить нельзя? Что? Куда сходить? А я тоже хочу. Я тоже. Никого не пускать. Пусть. Ребята, собрание не начинали. Товарищи, вопрос очень серьезный. Очень. А вы как-то странно себя ведете. Мы сегодня суббота, всем надо домой. Поэтому посерьезнее, скорее закончим. Кузин, открой. Куда? Что это? Куда? Что это? Куда? Дядя Таня. Давай, дядя Таня, почетный президиум. Дядя Таня, подожди, у нас собрание. Да вы воду в ступе толчете, а мне вас ждать. Главный критик пришел, можно начинать. Я думаю, все знают, в чем дело. Я повторю коротко. Смирнова, Нелли, наш новый технолог, работает у нас всего третий месяц. С работой, конечно, целиком не справляются, бывают неполадки. Сегодня случилось тоже. Бригадир Кравченко
вместо того, чтобы помочь ей, обругал ее матом. Смирнова после этого ударила его по щеке. Тогда Кравченко вывернул ей руки и грязной ветошью мазнул по лицу. После чего пришел ко мне и потребовал комсомольского собрания исключения Смирнова из комсомола. Я выдвигаю другое предложение и ставлю его на голосование. За антиэстетический, хамский поступок бригадира Кравченко снять с бригадирства, поставить об этом вопрос перед начальником цеха и исключить из комсомола. Кто хочет слово? Я. Кончилось в то время, когда на рабочего можно было поднимать руку. Не занимайся демагогией. При чем здесь рабочий? Тебя женщина ударила за хамство. Правильно. Не туда гнешь, Василий, не туда. Туда, Семен Андреевич, туда. У нас не вечер танцев, не вечеринка, а производство, цех. А на производстве нету женщин и мужчин. А есть работники. Я не у нее, понимаешь, в гостях. Не надо распускать руки. Пусть сейчас спасибо скажет, что я не так воспитан и не трогаю женщин. А как ты воспитан? Матом ругаться? Ругайся на свою женщину, а других оставь в покое. Во-первых, я никого не перебивал. И прошу мне тоже не мешать. Во-вторых, не надо трогать мою женщину. Ты ее не знаешь. И не узнаешь. Я знаю, как надо вести себя с женщиной. Только я не привык, чтобы со мной занимались рукоприкладством. Велика не тень, разговор сколько. Ни девочка, ни бусик. Вот именно. Дождь, Виталя, режь правду матку. Виталя, выйди, пожалуйста. Ой, страхи какие. А окурки ты, что ли, лучше убирать? Выйди, уберем. Уберем. Я этот разговор сколько лет слышу. Хватит. Продолжай. Нашли, о чем говорить. Может, я грубо с ней поступил? Извиняюсь за простоту. А ты еще тельняшку на груди рвани. Хамство Кравченко — это не простота, это хамство. А ты не делай формулировок. Оставь их себе. А то ученые все стали. Учиться надо. Нас этому партия учит. А я учусь. Главному только учусь. Специальности. Чтобы мне потом не приходилось краснеть перед народом. Я грубый, ладно. А как она себя ведет? Она пришла, понимаешь, из института и дела не знает. Разве это не грубость? Чем же она там занималась-то? Коленки в кафе показывала, диплом себе высиживала. А то мы не знаем, как они там, понимаешь. Пусти! Черт, ты ее выпустил. Подбирай выражение, Кравченко. Ты свою широкую душу не разворачивай, она не всех интересует. Ты по существу говори. А я и говорю по существу. Почему она дело не знает? Надо ж помочь, человек-то новый. Да почему я должен помогать? Новый. Не умеешь — иди доучись, не ходи на завод. Или что, советское производство все выдержит? Экспериментальное. И мы потом каждый конец месяца ночи не спим. План гоним, честь цеха спасаем. Но почему мы? Почему я должен, например, отвечать за чью-то глупость? Я за себя отвечаю. И свою работу выполняю. А вот другие не выполняют. А мы за них расплачиваемся. Или ничего, мол, мужички вытянут. Народ хороший, добрый. Да это совсем о другом. Ты ушел от темы. Это для тебя о другом, а для меня об этом. Я не обижаюсь, что она там руками и прочее. Это все ерунда, бывает под горячую руку. Ну что, да будь прав. Вот она ушла с собрания. На меня обиделась. Во мне, значит, одном дело. А собрание собираем, так что делаем? Половину приходится по цеху вылавливать, как шпионов. Стражей он ставишь. Дверь на замок забираешь. А я так считаю. Не хотят — не надо. Гнать из комсомола. А то самодеятельность развели, понимаешь. Песни, пляски. Сколько же можно еще? Гнать из комсомола — и все, у нас не проходной двор. А насчет перевоспитывать, так у нас здесь ни школа, ни милиция. Они не маленькие, сами все понимают, что к чему. Здесь работать надо, а не воспитывать. А не нравится — милости просим он. Все. Необычно ты выступал. Кто еще хочет слово?
спать. Домой надо идти. Разреши мне ее. У нас все работают. И женщины, и мужчины, и молодежь. И все товарищи трудятся и работают для одного общего дела. И надо уважать того, с кем работаешь. Так что ты, Василий, не следишь за своей речью и говоришь разные непроверенные глупости. Учиться надо. Товарищи, наша задача, наша цель — построить коммунизм. А для этого мы должны не только делать хорошую, высококачественную технику, но и самим быть достойными. Научиться аккуратности, не материться и окурки бросать куда положено. Ничего смешного нет. Чего смешного-то? О культуре надо думать, товарищи. Вон молодежь сидит небритая. Воронин, Столбцов. Некрасиво. В чем дело? Вы же грамотные люди, должны все понимать. Вы же понесете нашу эстафету. Мы вам доверяем. Ни о каком равнодушии речи быть не может. Товарищи, завтра в Доме культуры состоятся похороны. Хоронит район. Этот товарищ у нас на заводе не работал. Но это старый большевик, заслуженный человек. И мы должны к нему отнестись с большим уважением. Все свободные от кросса и воскресника должны прийти и отдать последний долг. Да куда он из нашего завода? Пусть его своя организация и хоронит. Тихо! Человек за вас жизнь положил, а вы из-за часа торгуетесь? Бросьте! Мы не позволим! Обязательно кричать надо. Никак не научимся. Разорёнов, Щепанов на похороны. Пыхов на кросс. Насчет основного будут какие-нибудь предложения? Насчет основного поставить обоим на вид, что не сдержались. А тебе, Василий, должно быть стыдно, как старшему и кадровому рабочему. Ясно. Есть другие предложения? Голосуем в порядке поступления. Кто за первое предложение? Исключить Кравченко из комсомола. Прошу поднять руки. Один. Исключить Смирнова. Один. Кто за третье предложение? Поставить на вид обоим. Чернышов, ты что, воздерживаешься? Чему воздерживаюсь? Что, не видно, что ли? Ну, подними выше. Обе поднять, что ли? 14. Принимается третье предложение. Есть еще вопросы? Да нет, домой. Вышпили. Собрание закончено. Мухтар разочаровался.
Ух ты, псина! Бабушка, ты что скотину без намордника водишь? У кого это? У Бублика, у кого? А-а-а. Целый день шуруют. Валера! Игрушками занимаетесь? Привет. Не жалко времени. Чего в армию попадете, здорово, вспомните? Когда провожаем? А, жду повестку. Да скоро моего хич. Как отпуск протекает? Ой, хорошо протекает, иду отсыпаться. Дает. Зря времени не теряет. Новый ходит, рыжая такая длинная. Это Клавочка, что ли? Из пищебумажной? Ну, Клава, вы только не орите. Ну, старик, я здесь спокоен. Мы же теперь с тобой вроде как родственники. Иди, ну. Ясно. Хороший человек. Душе. Ну вот. Она что, сейчас не замужем? Развелась. Да, не везет человеку. Да, не говори. Слушай-ка, а ты девчонку рядом с ней там в отделе не видел? Это что, беленькая такая, тоненькая? Ага. Так это же ребенок, романтика. Романтика. Была романтика. Вообще запомни. Нет таких крепостей, понял? Романтика. А, я еду. Это ты про Светлану, что ли? Да. Чего? Того. Ты только не трепись. Врешь. Свистишь. Бутылка. Иди ты. На минеральную. Какую минеральную? Коньяк. 5 рублей выкладываю сразу, да со стипендии идет. А как ты докажешь? Докажу. Ну-ка. Сегодня к закрытию магазина подойдем, увидите. Ты Игорь из дома 3 знаешь? Ну. Так вот, это его работа. Этот кретин. Кретин. Образование его оружие. У него на этот счет целая система существует. Женщины любят ушами. Вот он и выдал соответствующую программу. А клюнула. Сухарь, сухарь. Учится, учится. Мужчины хочет. Ну-ну. Что ну? А теперь все. Боится она его теперь. Боится, что разболтает. До папы мама дойдет. Вот она и сказала сегодня. Приведи подругу. Ведь приведет. Для групповой забавы. Врет он все, врет. Ну, че ты трепишься? Вру, да? Ну, поди сюда. Ну, поди сюда. Ну, поди сюда. Иди, иди. Ты что, ревнуешь, что ли? Завидуешь? Давай с тобой поспорим. Давай, давай. Давай. Игорь, говоришь, давай. Витек, разбей, пожалуйста. Жалко мне тебя, сухарь. Ты что даешь? Че ты даешь-то? Че? Чего? Рубь-то. Рваный. Да не еще рубль, сухарь. Здравствуйте, мальчики. Здорово, Марышка. Привет. Как молодое поколение? Можем посмотреть, а? Смотри. Ой, какой мужчина. Какой малый. Юра, Юрочка, агу. Гладиатор. Не болеет? Да нет. Тьфу-тьфу-тьфу, слава. Наверное, трудно с ним. Еще бы. А ты-то, Николай, когда женишься? Я? Понимаешь, не берет никто. Человек скромный, зарплата небольшая. Ты бы меня с какой-нибудь познакомил. Сам найдешь. А, видишь, как получается. Опа. Учебу не бросила? Да нет. Давай, давай. Я вот тоже скоро. А мы его не видели? Нет. Если увидите, скажите, что я на бульваре. Ладно. Хорошая девчонка, Маришка, а? И муж у него парень. О, ладно. Ну, чего ты? Смотреть надо, куда едешь. Жива! Рожа-то выставили, хулиганье. Давай, бабуш, выкладывай, что, накипело? И маленького с собой держат, хучит окаянно. Смена, бабуся! Бабуся, бабуся! А где твой серенький козырь? У твоей матери, ты. Как хрясну по голове, ты будешь знать, козлика? Бабушка, вот он приганил за него! Ты чего, бабуся, развоевалась? Хозяина на вас нет, распустили вас. Чего это бабушка развоевалась, а? Здорово, Петр. Старший поколение, недовольный, грозится. Хозяин не подавал. Здравствуй, Петь. О, здорово, привет. Активная бабушка. Еще бы. Здорово. Ну, как дела? Работа, Валер. Дай сигареточку. Солнышко. Спасибо. Здрасте. Здоров, тезка. Твои друзья? Это? Да что вы, так, с одного двора. Все на углу стоишь, как мальчик. Делать нечего. А я тебе говорил, пора менять, пора. Эх, Коля, Коля. Ну, как дела? А как договорились?
Да, работа, старина. А что такое? Ну, иди порепетируй. Да сделал наш шеф вчера операцию. Язву тяжелую. Еле откачали покойничка. А сегодня сестра ему в грелке водку принесла. Ничего. Да-да. Спасибо. Теперь все к черту твоей матери. Его ведь не тронешь, он больной. Да еще главное обижается. Я ведь доктор за ваше здоровье. И сестру не выгонишь, перевоспитывать. В общем, полетим мы в трубу с таким гуманизмом. Эх, это точно. Ап. Вот так. Ну, как дела с институтом? Да я вот тут познакомился недавно с одной. Учительница. Говорит, помогу. Ну, знаете, трудно, ужасно. Ну, ничего. Аттестат провернешь, институт я сделаю. Правда? Да, да. Спасибо. И вообще, пора тебя за ум браться. Диплом, жену хорошую найти. Пора соображать, не маленький. Живем-то один раз. Да я все соображаю. А-а-а. Ну, будь здоров. А-а-а. Игорю скажи, чтоб позвонил. Ладно, ладно. А кто это? Да форца. Не хотел бы с ним встретиться в темном переулке. Да, лучше не надо. Не говори. Это во, человек. Всего сам достиг, имеет все во. О нем-то уж будет что вспомнить на похоронах. Да. Но рожа у него. Рожа подонистая. А знаешь, Петр, лучше иметь такое лицо, чем быть таким умным, как ты. Смотри-ка, не разучился обижаться. Ну, извини. Брэк. Ну что, ребят, пойдем пройдемся. А куда пойдем? На бульвар рано. О, пойдем посмотрим эту девочку, романтику из хорошей семьи. А, пойдем. Черный. Уф. Куда пошли? Кадр идем смотреть. А ты еще маленький, останься. Какой кадр? Идем смотреть результат на спор. Поспорил Коля с Сухарем насчет одной девчонки. Светланки, помнишь, в нашем доме жила? Привет, Саня. Здоров. Петруша наш в сознательном играет. Твоя, что ли, идея? Да чего? Опять ты за старое взялся. Как дал бы сейчас. Когда же ты угомонишься? Ты знаешь, Петенька, ты много на себя не бери. Смотри, надорвешься. Пошел вон отсюда, плебей. Ты чего, умного, что ли, себя строишь, да? Мало вас резали! Умных! Нервы? А. Это же шутка была. Шутка? Проверить надо было. Да ты-то молчи, дурачок. Зря ты так, Петя. Всех не переделаешь. Пойду я. Что-то эти события потрясли меня очень. Захотелось начать жизнь сначала. Спасибо за внимание. Ты-то чего смотрел? А я чего? Я тоже пойду. Пока. Заходи. Бублик! Эй! Че сегодня по телевизору? Ну, я тоже пошел. Ныряй. Зря ты, Петр. Плебей, не плебей, дал в морду и все. При чем тут политика? Там раз вообще давить надо. Она другого языка не понимает. Знаешь, какое у нее детство было? Да брось ты. Не удавится.
Идем, покажешь мне ее. Чего? Что ты как в проруби, ни туда, ни сюда. Стесняешься или боишься? Чего мне бояться-то? Я сам по себе. Пошли. Черный! Значит, до вечера. Как раз эти друзья подойдут. Но где она? Только не так явно. Бог в помощь. Не это. Вон. Вон, видишь? Где? Да вон, беленькая. У портрета? Ага. Красивая. Еще бы. Не смотри, заметит. Давно работает? С июля. Красивая. Что ты? Я 2 месяца ходил, каждый день после работы. И Сухарь тоже ходил смотреть. Ну и что же вы тогда? Да врет Колян, не может он. Боишься верить-то. Запугали они ее. Ну ладно, посмотрим. А как ты с ней разговаривать будешь? Обычно это не проблема. Сколько их придет-то? Я понял, 3. Сорвали субботу, паразиты. Слушай, может, не стойте, а? Ну, ты возьми с собой ребят для гарантии. Я бы тоже пошел, но я не могу. У меня такая встреча, знаешь. Обязательно. Понятно. Да я правда не могу. Ну, может, завтра, а? Завтра? Ну, да. Не волнуйся, возьму. Для гарантии. Ну все, что ли? Все вроде. Разойдемся на мосту. Дела. А ты скажи, наше дело молодое. Где Павел? Здравствуйте. Здорово, Витя. С приездом вас. Спасибо. Ну а что же вы без телеграммы-то? Мы встретили. Я проездом. Угу. Думал, не дождусь, не свидимся. На вокзал проводишь. Ну а как же? Вот спасибо. А где Татьяна? К сватам поехали. Угу. Витенька, ты с вокзала придешь, потом поешь, ладно? Угу. Ждали, ждали, не дождались тебя. Что, работы много? Не, хватает. Ну, это ничего, работа главная. Ну, что ж ты расселся, Витя? Ну, поди руки хоть вымой. Вырос. Городской парень, насквозь городской. Ну, ты меня-то помнишь? Ну, как же. Приемник, помните, покупали? Точно. Хорошая была машина. Разбил его Василий на своей свадьбе. Да и так ничего, как выпить, так дурь лезет. Ты Василий-то помнишь? Помню. Привет тебе от него большой. Спасибо. Да, Катерина, забыл. Сын у него родился на Пасху. Колей назвали. Колей. Колей. От Деминых ото всех привет тоже. Спасибо. Им тоже привет большой. Спасибо.
Ну, Макар Степанович. А, помню. Это же дед твой. Ты же ее не видел. Да тоже интересовался насчет тебя. Когда же вы приедете? Ну, я ему объясняю, дескать, народ занятой, телевизор смотрит. Обижаете. Сколько раз обещали. Да приедем. Ну, а как дед? Как у него это со здоровьем? Что плохой стал, старый? Молчит больше. Старый, чтоб к тебе в гости ездить, Витя. Работает он много. А отпуск был зимой. Ну, как же приедешь, парень? Все мы работаем. Ничего он захотел бы, нашел время. Не-не, спасибо, я не хочу. Вот тетка Таисия померла весной. Ты помнишь ее? Ну, как же. За валенками стояли. Да, 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 она мне рассказывала. Замучила она тебя. Энтузиастка. Была. Невеста твоя привет тоже передала. Ну, невеста. Да. Да, а что же она не приехала в институт-то поступать? Да поступала, не прошла, вернулась из города, знаешь, туда-сюда, куда деваться. Ну, на ферму пошла и замуж вышла. Ой, мам, замуж. Да, трудно нынче в институт пройти, Витя, трудно. Вот у нас из деревни четверо ездило, только один в технику прошел. Да, трудновато. А я не поступал. Вот как? Что ж так не смело? Да нет, почему не смел? Чего бояться? Дело не в страхе. А в чем же? Ну, не вся ли она, институт или нет? Вот оно даже как. Он как рассуждаешь. Умный и так. А мало же вам надо, мало. Не жадные. Ой, Павел. Говорено, переговорено уже. Все мы умные, дядь Павел. Ну, давайте выпьем. Насчет этого мы богатыри. Ну, давай, давай. За что ж? Ну как? За вас. За меня, спасибо, а я за вас. Будем здоровы, Катерина. Спасибо за хлеб, соль. Пора в дорогу. Вот, чем богаты, тем и рады. Зачем ты? Ничего, это сама делала. Ну, спасибо. Городской тебя, парнишка. А что, не нравится город? Не приставай. Да что ты, Катерина, он не пристает. Чему ж не нравится? Нравится. Асфальт, чистота, гум-цум. Правительство живое можно увидеть. Но много вас, тесно живете. Столько народу и никого не знаешь. В метро едут, рядом стоят, молчат. Каждый свою газету и... Вот Митька, к примеру, какой человек был? Весельчак. На любую тему мог день говорить. Что день? Два, три, пожалуйста. Петь, пожалуйста. А лес понимал, какие ложки резал. Загляденье. И рыбак. Переехал в город. Ну и что? Завял человек. Раз так плохо, пусть обратно возвращается. Ложки стругать. Кто возвращается? Как кто? Митька ваш? Какой ваш? Это же отец твой. Отец? Да ты что, отца своего не знаешь? Не знаю. Откуда же, Павел? Как ты откуда? Ах, Катерина, откуда? Да ты кто? Как твоя фамилия, а? Ну, Чернышов. А чего ты улыбаешься? Смешного ничего нет. И при чем тут ну? Чернышов без ну? Безродный же, не на пустом месте. Есть же отец, есть. Погиб, ну что же сделаешь? Война. Чьи у тебя глаза-то? Подбородок чей? Отцовы. Помнить надо, Витя. Помнить. Да я помню.
Присядем на дорожку. Приезжай. Мне же в армию идти. Может, после? После обязательно приеду. После. Значит, плохо с дедом? Я же говорил, старый уже. Вот, возьмите. Да ты что, зачем? Передайте ему. Скажите от меня, от внука. Спасибо. Приезжай. Да-да-да. Привет всем. Учиться мне только на первое время. Деньги эти, да. Сколько же тебе нужно на первое время? 500. Пока не устроюсь. Мне не хочется нервотрепки. Ты все продумал? Да. Спасибо. 500 рублей – это большие деньги. Я знаю. Очень ответственный шаг. Очень. Я знаю. Я говорю, наверное, банальные вещи, но по-другому не скажешь. Это твои решения, твои чувства. Что бы я тебе ни советовал, ты все равно сделаешь по-своему. Но я хочу, чтобы ты был счастлив. Вы оба.
Я понимаю. Можно найти другую профессию, закончить еще один институт, но любовь бывает один раз. Остальное вариант. Ты понимаешь меня? Понимаю. Когда мы встретились с Ниной, у нас ничего не было, было все. В молодости не знаешь, что может, а нет. В то, что было до тебя, в это не веришь. Начинаешь заново изобретать велосипед. Я любил маму. Сейчас тоже, хотя все это по-другому. Женщины не любил. Это произошло неожиданно, но мать Нина меня не простила. Ты это знаешь. Я виноват, конечно. Я хочу, чтобы ты меня правильно понял. Я думал, все вернется. Работа, новые заботы, другая женщина. Есть вещи, которые теряешь раз и навсегда. Остальное уже не похоже, остальное как тень. Я сейчас с тобой разговариваю, как со взрослым человеком. Хочу, чтобы у тебя жизнь была светлее. Трудности, они не всегда закаляют человека. Иногда они его делают калекой. Спасибо, что пришел. Береги себя. Спасибо, папа. Пиво пьешь? Пиво пью. Ну как, спектакль? Ничего. Во, как деньги достаются? Я так вошел в роль, что в конце чуть не заплакал. Да, трудная жизнь у актеров. Если без халтуры, конечно. В субботу будем обкатывать роллер. Ну что, пойдем? Смена впечатлений.
тоже, мы так воспитаны. Сегодня вернулись из Парижа. Вы были в Париже, а? Мы не были в Париже, но кое-что знаем. Зря, что не были. Поезжайте, не пожалеете. Город ничего. Конечно, нет берез, не слышно родных имен Таня, Маша. Скучаешь, но ничего. Вся русская интеллигенция прошла через Париж. Герцен, Огарев, Чернышевский был в Париже, я не знаю. Евтушенко был в Париже, мы его там встретили. Ты помнишь? Помню. Гуляли мы по Елисейским полям, и вдруг видим, он идет навстречу. Высокий, умный, талантливый, красивый, стихи читает. Ты помнишь? Помню. Вот. Ой, я что-то много болтаю, да? А? Да. Неважно, когда интеллигент беседует, он не болтает, он мыслит. О! А что, разве не так? Мы же не представили. А, Боря. Юра. А вас как зовут? Мила. Мила. Инга. Инга. Очень мила. Студентки, конечно, а? Конечно. А вы очень похожи на эту. Бриджит Бардо. Да. А вы любите балет? Балет? Возможно. Плесецкая прелесть, правда? Ну, это на тонкого ценителя. А что вы еще любите, а? Я люблю оперу, пение. Обожаю. А кафе обожаете? Какое кафе? Ну, это кафе. И кафе тоже. А стихи любите? Настоящие, без пошлости. Да?
Снаряд! 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 Какими вы хотели видеть людей? Я хотел видеть людей честными и справедливыми. Умными. И начисто лишенными пошлости. Вы счастлив? В общем, да. Вы счастлив? Нет. Ну, а почему? Во-первых, потому что чего я хотела, я не добилась. По-моему, счастье — это как можно большему количеству людей быть необходимым. Счастье для меня. Труд и учеба. Здравствуйте. Привет. Давно не виделись. Как жизнь? Проходи, чего стоишь? Ты один, что ли? Один, одинешник. А мать где? На дачу уехала к знакомым.
Есть хочешь? Нет, ела не хочется. А Мила где? Дома, наверное, где же еще? Сок хочешь? Нет, не хочу. Ну, захочешь, скажешь. Ну, ты ее провалил? А чё ж, конечно. Проговорили на моральные темы. Грустные они девочки. Сами примитив, ведь тоже ведь мечтают о сложном. Да, ты тоже. Увидел их и забыл про друга. Друг-то один. Да. Вот их знаешь сколько. Ты же не один остался. Тебе что, не понравилось? Ну, чего не понравилось? Нормальные девчонки. Так в чем же дело? Так. Другое у меня в голове. Ах, другое в голове? Ты что, о человечестве задумался? Человечество. А нас с тобой, мы ведь тоже человеки. Ну, нас с тобой думать нечего. Не сдохнем и не пропадем. Пошли в комнату телевизор посмотрим. Думать не надо будет. Погоди, Антон. Слушай, что я тебе скажу. Ну, ты меня знаешь. Мы с тобой 6 лет. Ну, я для тебя все. Сам знаешь. Раз друг, значит друг, верно? Ты че, старичок? Слушай, я вот что думаю. Ну, я прошу тебя. Ты плюнь на эти деньги. Не бери у него. Ага. Вы друг едосты. За него волнуешься. Жалко стало. Ты же его не знаешь, а я знаю. Он тебя любит и жалеет больше, чем других. Ты не волнуйся. Я плевал на эти деньги. Но пусть он знает, что я ему такой же сын, как он мне папа. Думаешь, ты выиграешь? Я ничего не думаю. Что, стыдно? Неудобно? Я сам. Весь день тошнит. У тебя отца нет, погиб на фронте. А здесь и есть, и нет. Где он раньше был? Где? Теперь отбегался, пора о сыне вспомнить. Приласкать. Я говорил ему, не трогай меня, не трогай. Ну, вот пусть теперь знает. По-моему, он любит тебя. Он искренне говорил. Но ошибался раньше. Ошибки. Пусть теперь за них отвечает. Что противно тебе было? Да чего противно? У них свое, у нас свое. Верно? Мудрый ты, как старая змея.
певите? Да, мам. Распустили вы его. Завтра совсем ночевать не придет. Ах ты, родимый. Не утерпел. Вставил словечко. Мам. А мам? Чего тебе? Разбуди завтра в 6. У нас воскресенье. Ладно, ладно. Спи. Мам. А мам? Ну чего тебе? Ты меня любишь? Я тебя. Ты спать будешь? Шляется по ночам. Устал? Да, землица. Далеко ушли. А ведь вам задание завтра работать тоже в колхозе, да? Завтра? Да. Завтра нет, мы сегодня все кончили. Все кончили. Да. Садитесь. Да, на завод нужно. Держи. 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 Молодцы, за один день отделались. Молодцы. Хорошая у вас изба, хорошая. Хорошая, да. Труда в нее тоже много. Тогда она хорошая вышла, если не трудиться, чтобы она не вышла хорошая. Да, лес как возить было, на быках возили. Вот ложим, ложим, положим, дернем, он не может как лошадь прямо, да. А он сейчас как-то в бок. Еще свернется, упадет, опять слизнул, перекладает, слизнул, опять идет. Ну, а хозяин-то где? Да помер, помер хозяин. 13 лет все по службе, с той войны, а потом сколько он здесь, очень мало попал, потом еще, опять война. Он и ранен, и контужено было, и все, все было. Вот пришел немного, нажил, дел, да помер. Хоть бы меня бы обстроил, тогда и помирал бы, а то и не стал обстраивать. А живет с кем? С сыном живу, со снохой, и внук еще есть. Вчетвером? Вчетвером, да. Ну, ваше здоровье, как вас величать-то? Дарья Емельяновна. Ну, Дарья Емельяновна, ваше здоровье. Ну, уж как труженицы, я все с вами, как хорошо. Правильно. Сердечко качу, качу. Поехали, будьте здоровы. Изба хорошая. Ты что? Ты карточку хочу посмотреть. Ой, молодой. Так, ну а в совхозе сейчас кто у вас работает? Да никто. Я поработал довольно, тебе надо на отдых идти. Ну что ж, что я... Ну работаю. А молодежь? А дети все пошли по изводу работать. А вы сами-то не деревенские были? Деревенский. Деревенский. Угадала. Угадала. А еще не скучаете в деревне-то? Да по молодости как не задумывался. Да. А сейчас тянет. Тянет. Черт такой. Не хватает. Не хватает. Сейчас лучше в колхозе стало. Ну, я давно деревенский. Я еще до войны переехал. Ну, что ж, все равно, что где есть, так она все там. А как узнала, что я деревенский? Ну, сам узнала, что.
Ну, как же вы сейчас скучаете об этом или нет, что как в деревне я работал, на бочке за плуг держался тогда, ну, да? Ну, как же. Я сейчас, по-моему, не думал, а потом... на трактор, на баранки поехали. И у нас-то раньше-то. Молоточком повертишь 20 килограммчик, а сейчас ведь молот за тебя нажми кнопку, он тук-тук-тук-тук-тук, да? Везде осталось. Тут другое. Тут тянет к земле. Да, много народу погибло. Нет, он мне пришел домой, помог мне вот лес вывезть на дом. Потом заболел, помер вот. Ну вот я и то довольная. Женщины вот плачут, дети мой там находятся, а я-то его схоронила, здесь все по-хорошему. Вот сейчас пойдешь на кладбище, маленько повеселее на душе, как будто он здесь. Закрывайся, давай, есть что? Так, на две хватит. Дарил. Здорово. Здорово. Павлик. А ты почему без очереди? Павлик, две белого, как обычно. А почему ты без очереди, я спрашиваю, не отпускайте, он не стоял. Ну почему вы отпускаете, товарищ продавец, он же не стоял в очереди. Товарищ говорит, что ты не стоял. Ну этот товарищ ошибается. Почему это я ошибаюсь? Встань-ка в очередь, ты не лучше других. Ну что ты разорался? Тебе что, больше всех, что ли, надо, да? Смотри, вся очередь стоит, молчит, а ты разорался. Смотри, дорвешься. Ха, если угрожает, ты сопляк, я таких, как ты. Бабушка, ты получила? Павлик, отпусти ему. Только без рук, молодой еще. Вот. Сейчас выйдешь, поговорим. Только тише. Ну что ты, мы же в порядке знаем. Ты, кажется, договоришься сегодня. Юрик, получи за меня. Смотришь-то, ворона, я же тебе говорил, помолчи, будь скромнее.
Скромность, она ведь украшает человека. Ты что, не знал, что ли? Ворона! Да отпустите его, но он же старше нас. Ну, видишь, совсем готов, а? Бутылку-то отдать? Отдай. Держи, батя. Мишка, Мишка, тебе пойдем. Ну да. До сигареты. В следующий раз думай, что говоришь. Взрослый уже, понимать надо. Юрий! Ты знаешь, кто ты? Ты как фашист. Я убивал таких. Ай, убивал! Бандиты подворотные! Иди, иди, мы разберемся, иди. А тебе-то что, больше всех, что ли, надо? Сознательно, что ли, хочешь сыграть, да? Ну иди сюда, сейчас получишь, иди сюда. От тебя, что ли? От меня. Дурачок. На низ! Восемь, семь, один, журн, походим. Да, сидит. Ну, я вам сказал, через час, два, не через два-три часа, не раньше. Да. Восемь, семь, один, Журбакулин. Чернышов Виктор Дмитриевич. Родился 4 февраля 46 года. Город Москва. Русский, рабочий. Не привлекался, нет. Не имеет, не был, не состоял, нет. Ну что же у тебя? Все нет, да нет. А что же, да? Ты пионером-то был? Был пионером. В лагерь ездил. Да? Сколько? Что сколько? Пионером был? Да нет. Сколько раз в лагерь ездил? Каждый год со второго класса посылали. Общественную работу вел? Общественную работу? Футбол играл. В самодеятельности. Че? Что? Ну, что делал в самодеятельности? Артистом был или что? Стихи читал. Какие? Что, стихи какие? Как повяжешь галстук, береги его. Про пионеров. Горит Корея, мы с тобою. Это на 7-е. Нет, на Новый год. Потом вечер юмора. Посторонись, советский рубль идет. Да, в 6-м классе в пьесе «Молодая гвардия». Кого же ты там играл? Наверное, Теленина, да? Почему? Ну, потому что все ребята хотят быть как Теленин. Нет, я румына играл. Кого? Румына. Марк, ты не помнишь, есть «Молодая гвардия» румына? Вот видишь, он не помнит. Ну ладно. Сказали, я сыграл. Ты комсомолец? Да. Нагрузки-то у тебя были? Нет, ну вообще были. Политинформация, металлолом, пионервожатым. Пионервожатым тоже был. Да, был. Нравится? Чего? Взыскания были? Нет, взыскания не было. Благодарность? Нет. Ну, были так, общие, всем сразу. Ты сейчас на заводе работаешь? На заводе работаю. Токарем? Токарем. Нравится? Ничего. А тебе вообще-то что-нибудь нравится?
Тебя вообще-то что-нибудь интересует? Да или нет? Да. Что? Да. Ну, чем интересуешься? Ты чего-нибудь вообще-то хочешь? Хочу. Как все. Интересуюсь. В кино хожу. Телевизор смотрю. Матери помочь. В магазин сходить. Чем-нибудь другое. Все? Ну, а еще что-нибудь? Ты вообще-то мечтаешь о чем-нибудь? Мечтаю. О чем? Хорошем. Да, короткая биография. Че? Короткая биография, говорю, мало. Школу кончил, а головы своей на плечах нет. Почему нет? Есть. Ну, в общем, смотри, малый, тебе жить дальше. Свидетель. Смирнов Владимир Александрович. 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 Год рождения 1946. Русский, рабочий, не привлекался, не был. И так далее. Да, все правильно. Токарем работал? Токарем. Комсомолец? Конечно. Раньше пионером был. Ну да, как все. Как все. Пионерский лагерь, наверное, ездил. Богатым был. Стихи хорошо читал. Стихи. А вы что, журналист? Милиционеры. Да, все же, все. Заступаться лет не все. Да говорили тысячу раз, все, не лезь, не лезь. Все как-то не получается. Улыбаешься? Проулыбаешься. Все на свете. Всю жизнь на смарку пустить хочешь? Матери не жалко. Старалась для тебя. Последний кусок, чтобы не хуже других. Надеялась, вырастет, поможет, поймет.
Что ты, мам? Сама бьешь, сама плачешь. Иди, мой руки. Голодный, небось. Тебя не били? Ошибка получилась. Что ж теперь будет? Что ж теперь будет? Что ж теперь будет, Витя? Чего, чего будет? Ничего не будет. В армию пойду. Скажи мне, объясни мне, сынок, может, я чем виновата перед тобой, может, обидела чем, может, я чего не сделала для тебя. Объясни мне, глупый бабе, сыночек, я ничего не понимаю. Что ты, мама? Ведь я для тебя всю кровь, все сердце. Я для тебя живу, ведь. Я сейчас не знаю. Тут что мне делать дальше? Ну как мне жить, Витя? Здоров. Там у вас открыто. Здорово. Да, я за газетами ходил. Ты что, не на работе? Да я во вторую. Ты что, уходишь-то? Угу. Кстати, книжку свою забери. Ладно. Где пропадал? Когда? Вчера мать полдома обыскала. Ну? Что ну? Предупреждать надо, позвонил бы. Тут не позвонишь. Так. Сказал бы я тебе пару ласков, а то времени нет. Учить меня хочешь? Так я школу кончил. Школу? Вон она, твоя школа. Уже стоят, стены подпирают. Что вы от меня все хотите? Что? Что я ворую, пью? Не работаю? Ну чем я хуже других? Чем? Подумай. Школу ведь кончил.
Книжку опять забыл? Забыл. Выставка технического творчества молодежи. Ну, что же вы не превратили милицию в трибуну? Выступили бы. Высказались о проблемах молодежи. А? Вы что, не в настроении? Ну, извините. Так начните жизнь сначала, а? Сходите в библиотеку. Ну ладно, хватит. Ух ты. Нервная стала молодежь. Куда пойдем-то? Киношку можно. Да ну. В пивную идите. Скиньтесь, и думать не надо будет. Я еще отца не видел. Представляешь? Спи, моя милая,